Сегодня работала со скиншутером и хотела бы вам еще раз рассказать, что же такое безинъекционная мезотерапия в понятии компании Club. Это введение коктейлей внутрикожно с помощью аппарата, который воздействует волной под названием электропорация. Волна эта раскрывает клеточную мембрану на доли секунды, таким образом содержимое коктейля поставляется непосредственно в поврежденную клетку, нормализуя ее функции. И еще здесь используется эффект осмоса. Аппарат, как видите, достаточно маленький. Время воздействия на лицо и шею клиента 30 минут. 15 минут на одну половину и 15 минут на другую. Сила воздействия также варьируется в зависимости от чувствительности лица клиента. Шкала воздействия от 1 до 10. Этот электрод вы зажимаете в руке. Это заземление. А вот это тот самый пистолет, в который вставляются коктейли. Варианты коктейлей, которые предлагает компания Club. Это антивозрастные коктейли 30+, 40+ и 50+. И коктейли по проблемам. Такие как лечение акне, для чувствительной кожи и зоны вокруг глаз. И коктейль, который будет актуален осенью и зимой, отбеливающий и осветляющий. Курс процедур варьируется минимум от 4, максимум до 8. И выполняется либо один, либо два раза в неделю, в зависимости от состояния кожи. Естественно, это назначаю я. Процедура не имеет противопоказаний по заболеваниям щитовидной железы. Поэтому, девочки, добро пожаловать. Процедура достаточно комфортная в применении, и в некоторые моменты клиентов даже смешит реакция кожи на воздействие электрода. Добро пожаловать!